Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, дорогие труженики тыла и дети войны, не знавшие своего детства, особенно ленинградцы, прошедшие голод, холод и страдания за 900 ужасных блокадных дней. От имени старшего поколения поздравляю вас с 71-й годовщиной победы нашего советского народа в Великой Отечественной войне и желаю вам здоровья и счастья на всю оставшуюся жизнь. Я сын народа Советского Союза. Вся жизнь моя на море, на посту. Я защищал и охранял границы нашего народа и был всегда я начеку. В августе 42 года я добровольцем ушел на флот и службе Родине отдал 52 календарных года. Я ветеран Краснознаменного Черноморского флота, ветеран Краснознаменного Тихоокеанского флота и ветеран Холодной войны на море. Плавал в трех океанах, в Тихом, Индийском, Северном, был в трех тайфунах. Был в 9 странах: Румыния, Болгария, Китай, Япония, Болгария, Индия, Пакистан, Бирма, Индонезия. В 50 портах и городах иностранных. Мой труд суров и был опасен. И по морям, флотам и океаном бросала меня судьба. Ведь сильный флот России нужен, и об этом забывать нам никогда нельзя. Мы мощь России должны всемерно укреплять и порох сухим всегда держать. Ведь лакомый кусок богатств России недругам покоя будет вечно не давать. Особенно сейчас, когда в России идет структуры армии и флота передел, а в Северной Африке, в Сирии и на Украине конкретно идет повсюду для мира беспредел. Для этого парад в Москве, в Севастополе, Ленинграде и в других городах героев вместе с бессмертными полками 9 мая, в День Победы, были символом сплочения армии, флота и народа и предупреждением для всех тех, кто не желает мира на земле. Россия и Крым был отвоеван свыше 2 веков тому назад. Царицей Катей здесь был создан и флот, и крепость Севастополь, неприступный для врагов. Здесь умирали сотни тысяч России верные сыны. За 200 лет боролись стойко против всякого флота и орды. В Севастополе, в Святом Соборе, в центре града лежат 4 адмирала: Корнилов, Лазарев, Истомин и Нахимов. За их бессмертные дела Святая Матушка Россия их положила на века. Хотя наш флот и был разрушен в период ельцинских времен, а Крым и Севастополь беспечно оставлены Кучме, однако сильный флот России нужен для защиты Родины моей, и он воспрянет с новой силой. Флот возрождался много раз. Это говорит вам сын России в военном звании капрас. И ждут степени россияне, судьбой оставленные в Крыму. Когда ж проявит мать Россия о них заботу? Не на словах, а наяву. И вдруг, как гром и молния, по всей России, по городам и селам Святой Руси пронеслись вести радости и счастья для народа,
о том, что Крым и Севастополь, как теплоход после дальнего похода, вернулся вновь в российский порт. Ведь четверть века Крым и Севастополь были оторваны от родины своей, а люди ждали, скучали и мечтали так давно. Когда ж родная мать Россия возьмет их снова под крыло? Ликует Крым и Севастополь, дрожит от счастья крымская земля. Никто не думал, что так быстро придет счастливая пора. Теперь Россия, Крым и Севастополь будут вместе жить, трудиться, строить и мечтать о том, чтоб Крым стал местом отдыха для народа, а Севастополь — слава и гордость русских моряков, оплотом был на Черном море против наших всех врагов. Вся жизнь течет в своих законах, никто не знает, в чем секрет, кому и сколько природа наша дала для жизни светлых лет. Ряды редеют ветеранов, уходят верные друзья, все меньше нас, ребят бывалых, в строю осталось для житья. Теперь пришли те времена, когда ветераны уходят навсегда. А корабли опять уходят в море, оставляя мили за кормой. Только не участвует в походе ветеран, моряк твой дед родной. Он давно сошел на берег, на прощание флаг поцеловал, до конца был в флотской службе верен, безупречно долг свой выполнял. Жизнь его изрядно потрепала. Только знайте, что наверняка, если б жизнь пришлось начать сначала, дед бы выбрал долю моряка. Море плещется тихо и нежно, то беснуется с бурями споря. Моряки не живут безмятежно. Все бывает, и радость, и горе. Дом родной и семья так далече. За любовь, за терпение и муки Бог дает им счастливые встречи. О, Родина, великая держава, страна свершений, подвигов, побед, народ, который вынес тяжесть всех лишений, спасая жизни многих стран и поколений. За что тебя и по какому праву период ельцинских времен назад повергли на десятки лет. Никто не думал в новый век входить, как мы пошли нелепо. 71 год так быстро полетел, с тех пор, как кончилась Великая Отечественная война. И в этот день победы во всех былых республиках Советского Союза народы встретились в своем кругу, чтоб вспомнить пройденные годы и оценить нам жизнь свою. Мы в детстве были октябрятами и пионерами, затем вступали в комсомол, а в дни тяжелых испытаний вступали в коммунистическую партию, затем, чтоб вместе со своим народом прийти к победе над врагом. Нас было много молодых и озорных, красивых, крепких, удалых, служили честно и сполна, любили Родину Россию и не унывали никогда. Невзгод нам выпало немало. В своей прекраснейшей судьбе всегда мы верили в надежду и нашей общей правоте. Беда для Родины нагрянула внезапно. Фашизм двинул орды на восток. Его пленили русские просторы и богатства. И он готов, согласно плана Барбаросса, Россию покорить в кратчайший срок. Для этого, покорив уже всю Европу, имел он опыт, армию и флот. Но он не знал ту силу государства, где жил народ в великом братстве, сплоченной дружбой на века против любого внешнего врага. И встали все от мала до велика, чтобы защитить Россию от фашизма. Кто в армию ушел на фронт сражаться,
А кто не мог на фронте воевать, в тылу по всей стране великой нашей трудились и старались, чтоб всем необходимым наша армия и флот снабжали. В те времена мы были пацанами, трудились днями и ночами на заводах, фабриках и в поле, не зная отдыха, покоя. Мы наравне с народом взрослым давали все, что нужно фронту, и никогда, подчеркиваю, и никогда не жаловались другим. Порою знаю, как трудно всем родным, особенно нашим братьям, отцам, подругам и знакомым нам парням, которые вели священную войну в окопах за родину свою, за нас, за вас, сражаясь до последнего вздоха. Лозунг был один: для фронта все и для победы. Задача армии и флоту была одна: уничтожить злейшего врага. Ведь он пришел на нашу землю, чтобы покорить Святую Русь. Но все враги давно познали наш грозный клич Святой Руси. Кто к нам с мечом придет незванно, тот от меча как зверь умрет. На всех фронтах, на поле боя, сливаясь с криками «Ура!», гремела флотская полундра. Для немцев смерти жуткая беда, ведь это шла в атаку смело за родину, за Сталина, в тельняшках флотская душа. И в Сталинграде сказали твердости Тихоокеанского флота моряки: для нас за Волгой нет земли. И лозунг был тогда один: умрем, но Сталинград мы не сдадим. Как будто всюду были моряки великой нашей родины сыны. В те времена примером лучших всех наград был неприступный Севастополь и блокадный город Ленинград. И на севере, где воевали моряки, за всю войну ни пяди не было отдано врагу земли. И был разбит на берегах великой русской реки Волги костяк элитных войск фашизма Волг. А в это время на Неве, в проклятом огненном кольце, стоит блокадный город Ленинград. Краса и гордость всей России, ты стойкость, крепость на Неве, таким ты стал героем город. Пред тобой весь мир благоговеет за то, что выстоял в войне, неся громадные потери. Здесь умирали сотни тысяч солдат, матросов, взрослых и детей, принявших голод, холод и страдания за 900 ужасных блокадных дней. Еще не полностью раскрыта картина жизни на Неве, но в благодарной памяти потомкам ваш подвиг, Ленинград, останется примером для потомков. Разбиты дивизии врага окружения в январские морозные дни жарких сражений. Тогда полегли в основном молодые ребята, а нынче они все лежат ветераны. Спите спокойно, ряды ветеранов, павших в боях за родной Ленинград. Вечно вы будете жить для народа в памятниках, в стелах, в сердцах и умах. Вы отдали жизнь свою за отчизну, против фашизма, который мечтал уничтожить, стереть на земле и карт всего мира всемирно известный наш город-герой Ленинград. Надежды фашизма исчезли. Народ победил наш, воспрял и снова создал для жизни, труда и новых свершений еще лучше и краше, чем был Ленинград. Пройдут года, наступит время, потомки будут вспоминать, какая любовь,
сплочение и дружба народов во время войны в то время была. И чтобы история города-героя Ленинграда, столицы нашей родины, города Москвы, неприступного города-героя Севастополя и стойкого города-героя Сталинграда в памяти народов вечно жила. Мы победили. Враг разбит. Какой ценой досталось это? И в этот день победы цветными залпами салютов Матушка Россия была освящена. 71 год так быстро пролетел с тех пор, как кончилась Великая Отечественная война. Мы не забудем никогда, какая выпала беда для всех людей Советского Союза. Мы не забудем никогда, и как жила, трудилась, воевала и победила Родина моя. Россия помнит дни Бородино, и как наши прапрадеды воевали, отчизну нашу защищали. А мы с вами знаем, как наши братья, отцы и деды воевали. Ленинград, Севастополь, Москву и Сталинград защищали, беду и горе испытали. Я призываю президента, чтоб дружбу сохранить и вновь создать союз межгосударств былых республик. Сейчас мы мощь России в Сирии, своей армией и флотом видели мы фашизм. И помнить это буду я, пока жива душа моя. Спасибо.